Всем привет! Это Лилия Чанышева, координатор штаба Навального в Уфе. Сейчас мы направляемся в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан. Мы договорились о встрече с секретарем ЦИКа Долматовой Мариной Борисовной. И мы хотим задать ей несколько вопросов о предстоящих выборах. В этом году о применении КАИБа приняла решение комиссия, насколько нам известно, пока нам не поступало решение, но мы не должны к нам поступать в Уфимской территориальной комиссии, территориальной района ЮМАФ. У них всего три участка, и они с этой КАИБа будут. А, то есть это там будет только, да? Предварительные сведения. Потому что вы должны понимать, что использование КАИБа – это дополнительные средства, а выборы проводят местные муниципалитеты. Да, да, да. Конечно, средств мало. Поэтому и в принципе проводятся по отдельному, только особенно дополнительные выборы, один, два участка, и, в принципе, средств таких нет. Там зарплату средств не хватает. А вот, например, Бирский, Белорецк, там Бирск, тоже… Бирск, Белорецк, пока я не могу сказать. Это можно уточнить, потому что организующие выборы комиссии сейчас – это… Территориальная избирательная комиссия этих городов. По видеонаблюдению. По видеонаблюдению не будет. Это очень дорогостоящее мероприятие. Понятно. А вот те камеры, которые раньше были, они куда ушли? Они Ростелеком. Они их забрали? Понятно. По формированию участковых комиссий. Участковая комиссия сформирована на 5 лет. Их сейчас заканчивается период выборов президента, но так как именно период кампании заканчивается, то они продлеваются до окончания кампании. Да, то есть перевыборы будут после окончания президентских выборов. Да. А вот такой вопрос, перед самими выборами сам ЦИК планирует проводить какие-то семинары, лекции? Мы постоянно проводим, во-первых, мы приглашаем на свои семинары представителей региона, мы проводим семинары с представителями СМИ. Это будет перед большими выборами. То есть эти выборы нет, потому что у нас все есть СМИ, это в основном все государственные, местных нет, поэтому задача не стоит. А перед большими выборами, в период кампании избирательных, как федеральных, так и республиканских, мы обязательно проводим и семинары, и совещания, и видеоконференции. У нас большой план, как минимум 100 наблюдателей подготовить вот перед единым днем голосования. Будем на связи. Хорошо. До свидания. Всего доброго. До свидания.